Эту тайну многие не знают, и сейчас я вам ее раскрою. Зачем коты сидят на люках? Каждый из вас это замечал, но многие так и не догадывались, почему кошки сидят на люках. Почему их так тянет туда? И вы действительно удивитесь. Так вот, это значит, что там под люками трубы, по которым идет горячая вода. Поэтому кошкам там тепло, а коты и кошки как раз там на люках и греются. После этого видео многие из вас выкинут свою зубную пасту. На упаковках из зубной пасты есть вот такие полоски, чтобы можно было определить, из чего она сделана. Такая зеленая полоска говорит о том, что паста сделана из натуральных веществ. Синяя полоска означает, что использовались как натуральные, так и химические вещества. А красные и черные полоски говорят о том, что это самая ненатуральная и химическая паста. Такие пасты лучше не использовать. И пиши в комментариях, какая паста у тебя. Это 6 странных фактов, которые оказались неправдой. Если приноровиться, то можно дышать только одной ноздрёй. И только 1% людей может двигать каждой бровью раздельно. Больше 20% детей слышат страшные голоса в своей голове. И в банке нельзя взять кредит, чтобы выкупить этот самый банк. На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Просто положи палец, и ты сам это увидишь. Совпадение 1 на 1 000 000. А это слон, когда решил искупаться и сделал точную копию себя из воды. А здесь носки этого парня идеально совпали с цветом пола. А этот тротуар идеально разделился на светлую и темную сторону. А здесь платье девушки идеально совпало с цветом рядом стоящих машин. Как на самом деле делают рекламу продуктов? Когда делают рекламу мохито, они используют искусственные кубики льда. Потому что настоящий давно бы уже растаял, так как рекламу снимают долго. Когда снимают рекламу Кока-Колы, пузырьки настоящие быстро пропадают. Поэтому используют искусственные препараты, чтобы пузырьки вернулись и выглядели красиво. Для рекламы напитков используют фэри, чтобы создать пену. Во сколько лет ты узнал, что? Если желтую канарейку кормить красным перцем, то цвет ее перьев станет красным или оранжевым. Резиновый подлокотник в метро движется с другой скоростью, чтобы пассажир не уснул. Шоколад Сникерс был назван по кличке любимой лошади кондитера. Размер уха прямо пропорционален размеру носа, лба и рта.